И всем привет, с вами Логиплей. Сегодня я вам покажу, как найти по фотографии человека в ВКонтакте. Да, мы узнаем его страничку и все. Сначала переходим по ссылке в описании. Вот я уже на сайте. Листаем и нажимаем выбираем файл и все, и нажимаем искать. Там даже можно настроить, из какого города и сколько должно быть лет. От скольки и до скольки. И все, можно искать людей. Там находятся странички более похожие лица, либо прям, которые уже загружались, такие фотографии. Спасибо за просмотр. Всем пока.